Приходите, записывайтесь. Сделайте рекорд, дорогие друзья. Именно эти железные птицы МиГ-29 больше 20 минут кружили в небе возле Железноводска. И посмотреть на летчиков знаменитой пилотажной группы «Стрижи» на площадке около города-курорта собрались больше 30 тысяч зрителей. На самом деле, эффектные фигуры высшего пилотажа, которыми любовались ставропольцы и гости наших курортов, это маневры военных асов для ухода от противника. Выступление – часть большой акции «Служба по контракту. Твой выбор», которую в Ставропольском крае провели Минобороны России совместно с Росгвардией. Мы ориентируемся на то, что сегодня на поле, на этом поле будет много молодых людей, мальчишек, которые, может быть, посмотрят в небо, увидят одну из лучших пилотажных групп мира, «Стрижи», загорятся желанием в последующем стать военными летчиками. Не только военными летчиками. Воздушно-космические силы сегодня – это и космические войска, и противовоздушная оборона. Прямо здесь, в специальном мобильном пункте отбора, желающие могли написать заявление на военную службу по контракту. Кто просто интересовался, а кто и написал заявление на службу в различные войска. Во флот, в пехоту, в пограничники или ВКС. Я хочу пойти в ВДВ, мне нравится. Дослужил, просто уволился и дальше как бы. Защита Родины, во-первых, идет. Благо семье, все остальное. Позже каждый кандидат пройдет отбор по физподготовке и психологическое тестирование. Это как в институте. Мы выбираем уже лучше. То есть те, которые проходят конкурсную, скажем так, конкурс для поступления на военную службу по контракту. И мы отбираем самых лучших защитников нашего Отечества. Только до обеда в таких мобильных пунктах успели побывать уже около 5000 человек. Ребята на сегодняшний момент патриотически воспитаны правильно. И они идут защищать свою родину. Ну, плюс ко всему, вот стимулирование, та заработная плата, те льготы, которые предлагает государство. Тем временем маленькие ставропольцы под присмотром военных активно осваивали образцы техники и вооружения. А молодежь постарше заглядывала и внутрь специальных палаток, агитпунктов военных вузов из разных регионов – Петербурга, Воронежа, Краснодара, Ярославля. Там в подробностях узнавали об условиях поступления и обучения. Уже до обеда все, что у нас было с собой, материалы какие-то раздаточные, все разобрали. Люди подходят, интересуются. Как правило, девочек больше почему-то интересуют. Подходят все. Ну, родители больше интересуются, конечно. Кроме пролета «Стрижей» и выставки техники, агитационную пиар-акцию «Служба по контракту. Твой выбор» поддержали показательные выступления спецназа, концертные номера военных оркестров и ансамблей, а также приглашенных артистов. Несколько часов, проведенных под палящим солнцем Железноводска, оправдали ожидания гостей акции. Знакомых присмотрели училище. Добрый день, товарищи. До поступления. Все понравилось. Сам бы очень сильно хотел тоже быть летчиком. Смотреть по телевизору или на фотографиях – это одно. А когда видишь живую, которая идет в строй, которая не нарушает дистанции, на высокой скорости и на низкой такой высоте – это просто восхищение. Мы просто были в восторге. Обалденно, мурашки по коже. Конечно, наши летчики – это просто суперсила. Ирина Ивановская, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.